Привет, друзья! Это небольшой ролик будет про Успенскую площадь. Я ее никогда не снимал, еще после реконструкции ее. Сейчас мы с вами посмотрим, как она выглядит в настоящее время. В общем-то, неплохо. Вот так вот. Идем, Аня? Так, чтобы вам ее полностью показать, даже не знаю, как лучше вам ее показать, пройти. Ну, давай вот так вот вдоль пройдем, да? А потом покажу вам. Фонтанчик, смотрю, работает там. Аллейки такие. Ну, а что, интересненько. Пошли. Молодежь отдыхает, правильно делает. О, и гражданин отдыхает, ему тоже хорошо. Ну что, мне нравится. Красивенько, мне нравится. Вечером, наверное, тоже здесь классно, подсветка классная. А это ж сидушечки, Ань. Сидушечки. Фонтанчик. Вот. Смотри, такой еще детский городок, да? А пошли там тенек. Ну, что я вам скажу, по сравнению с тем, что было, конечно, это земля и небо. Намного лучше. Здесь стал уголок отдыха. Видите, много деток играет с колясочками папы, мамы. Подсветка вечером, наверное, очень красиво. Что вот это за два шарика сказать не могу. Сейчас мы их обойдем вокруг, может, там чего-то увидим. А, это ничего, это просто так, да? Сейчас я зайду. А, входу немає. Что это такое? Туалет. Это туалет, ага. Так стильно сделали туалетик, да? О, пошли вот так, пройдем еще. Вот так, в общем, покажем. Да, друзья, ну и, конечно же, Успенская площадь, это ранее площадь Демьяна Бедного, чтобы вы понимали. Вот эти вот все здания очень старые, времен Екатеринославы. А вот, кстати, вижу табличку «Памятка архитектуры». Сейчас подойду, прочитаю, что на ней написано. Доходный дом. Памятка архитектуры, прибутковый будинок. Так, охоронный номер 88. Охраняется державное пошкодження. Карається законом. Памятка архитектуры. Ну, хорошо, якщо охороняється законом. Так, Ань, нам туди. Ну что, друзья, на этом все. Маленький обзор вам Успенской площади ранее Демьяна Бедного. Пока.